Ночью была организована анонимная вакцинация наших воспитанников, значит, детским спутником, что помогите защитить детей и так далее. Скрины этого поста начали разлетаться по мессенджерам. Чуть позже шокирующую новость опровергли. Оказалось, что аноним распространил очередной фейк. Но к тому моменту информацию уже прочитали тысячи. Дошла она и до директора детского дома Юлии Кривенцовой. Сказать, что пост поверг ее в шок, значит не сказать ничего. Естественно, дети получают прививки по национальному календарю прививок, но причем не в стенах детского дома, а в стенах поликлиники, либо по месту учебы. То есть у нас даже дети априори не могут получить прививку, потому что на это нет лицензии в учреждении. То есть началась вакцинация от гриппа. И надо сказать, что в школах некоторые только дети, которые получили согласие, не имеющие противопоказаний, получили прививку от гриппа. Вот. Но, естественно, со всей мерой ответственности могу заявить, что никакой вакцинации от COVID экспериментальным спутником, как было указано в сообщении, не было. Группа поспешила избавиться от недостоверной информации, пост удалили, но безнаказанно такие действия проходить не должны. Распространение фейков преследуется по закону. Тому, кто публиковал пост, грозит административное наказание. Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту размещения в социальных сетях информации о принудительной вакцинации воспитанников детского дома города Нижнекамска. Как стало известно, это не единственное фейковое сообщение в отношении детского дома. По словам директора, несколько месяцев назад по сети гуляла лженовость, что воспитанники кидаются под машины, а 2 года назад в пабликах опубликовали пост с видео, на которых была запечатлена экзекуция над ребенком. В итоге оказалось, что данный факт имел место быть в другой стране. Но репутация Нижнекамского учреждения пострадала, хотя его сотрудники не сделали ничего плохого. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.